Внимание! Съемка! Мотор! Тише, товарищ. Пожалуйста, тише. Кино снимают. Начали. О, государь мой, святой Михаил. О, сударыни святые, Екатерина и Маргарита. Почему вы больше не говорите со мной? Почему вы покинули меня в одиночестве? Вы были со мной, чтобы вести меня к победе. Сделать хороший фильм, вы поверьте мне, нелегко. Но ведь вы мне нужны в горе. Кинокартина – это итог большого напряженного труда. Господи. Людей разных профессий, творческих. Стоп! И технических. Ребята! Молодец. Благодарю всех! Съемка окончена! Но только тогда вы, зрители, будете переживать, смеяться, плакать, думать, когда в зале засветится экран, и вы останетесь наедине с фильмом. Давайте познакомимся. Я артист Евгений Леонов. В этом эпизоде я играю роль киномеханика, владельца иллюзиона. Вот так всего полвека назад крутили кино. Конечно, каждый из нас понимает, что сейчас это делается иначе. Но, честное слово, только здесь, в аппаратной Мосфильма, я понял, как далеко шагнула кинотехника. От динамки с педалями до современной аппаратуры с хорошей оптикой, автоматикой, электроникой. Не взорвется, Володь? Нет. А вдруг? Снимаясь в кино, я познакомился и подружился с людьми, которые управляют этим сложным, мудреным хозяйством. Вот Женей Кроликовым, начальником аппаратных Мосфильмов. Вот Толя Олейник, техник из кинотеатра «Октябрь». С Валентиной Добычиной, техническим руководителем крупнейшего кинотеатра «Первомайской». Я своих знакомых встречал и на проселочных дорогах, везде по нашей стране. В их видении вся кинотехника, сел и ревень. И в организации кинопроката с их огромным фильмофондом и очень сложным хозяйством. Кто же эти люди? Что объединяет их? Профессия? Да, профессия. Они кинотехники. Они навсегда связали свою жизнь с искусством кино. Выбрали профессию? Вы думаете, куда подать заявление? Приходите к нам. Среднее специальное учебное заведение Комитета по кинематографии. Здесь готовят для работы в кино техников широкого профиля. Мы изучаем законы Ньютона и теорию Эйнштейна, потому что кино – это физика. Мы проходим дифференциальные исчисления, потому что технике необходима математика. Мы читаем стихи Пушкина и Маяковского, потому что кино – это искусство. Мы становимся поочередно слесарями и монтерами. Все это пригодится нам при ремонте аппаратуры. Дальше, на старших курсах, электроника, кинотехника, акустика, автоматика, оптика. Трудно, но зато как интересно. Мы все увлечены своей будущей профессией, и ребята постарше,
которых за спиной армия. И те, что прямо со школьной скамьи, как я, например. Больше всего, конечно, мы ждем практических занятий с киноаппаратурой. Ведь кто из нас с детства не мечтал о кино? Бывает у нас ошибки, не без того. Но ведь, как говорят, на ошибках учатся. День. Все работают рядом с нами, на киностудиях страны, в телецентрах, в киносети, в прокате. Ну и, конечно, в кинотеатрах. Вы же основные технические кадры кинематографа. На сердце от песни веселой она скучать не дает никогда. И любит песню деревни и села, и любит песню большие города. Я люблю кино, а вы тоже? Ну тогда мы с вами одинаково заинтересованы, чтобы наши фильмы попадали в надежные руки. Друзья, я поэтому и обращаюсь к вам прямо отсюда, с экрана. Искусству кинематографа нужны хорошие специалисты. И если вы любите технику, если вы любите кино, приходите к нам.